карточку покажу. Вот. А три инвалида вот эти. Ну, беленькая к нам попала. Сбитая машина. Лапа была разорвана очень сильно. У нас сегодня телевидение. Россия. Нет, Москва 24. Москва 24, да. Животные намного лучше. Я не знаю, могут говорить что угодно, но животные сейчас, в наше время, гораздо человечнее людей. Я могу вам показать других инвалидов. Потому что у Римны судьба тяжелая, но она выжила, она живет, ее любят. Как видите, все равно у нас ухоженная. Но собака, любая собака, ей нужна семья. Может быть, благодаря вам ее кто-то увидит и захочет взять. Я не знаю почему, но у нас в России почему-то очень плохо берут инвалидов. Почему? Ну подумаешь, глаза нет или лапки. Ну что в этом страшного? Ведь сердце от этого не меняется, оно остается таким же любящим, хорошим. Да? Поэтому я очень вас прошу, попробуйте осветить тему именно инвалидов. Восстанавливалась почти 3 месяца, восстанавливалась, перенесла 2 операции. Потому что я говорю, у нее вот это место было перерублено полностью. Я думала, что она лишится обоих глаз. Но, к счастью, один глаз удалось сохранить. Вам ее принесли или вы ее нашли? Мы за ней поехали. А в Чеховском районе обитает лохматая душа. Приют для бездомных животных появился в деревне Булычева. Спасают брошенных кошек и собак, содержат на свои деньги и на то, что дают благотворители. С чего все начиналось? Артем Смахтин о буднях дома для тех, кто оказался никому не нужен. Жительница подмосковного Чехова заметила на улице собаку, которая буквально волочила задние лапы. Чтобы помочь псу, Юлия решила обратиться в местный приют. Его директор Валентина Силич на следующий же день организовала спасательную операцию. Нам позвонила девушка из СНТ и сказала, что у них по дороге ползает собака на передних лапах, задние лапы волочит за собой. Прислала нам видео, где собака действительно... Похоже было, что сбита машина и перелом или таза, или спины. Вчера поздно вечером мы не смогли найти ловца, потому что собака агрессивная. То ли от боли, то ли... В общем, собака не подпускала к себе. Пришлось обратиться сегодня к ловцу. Они поехали, поймали и привезли ее к нам. Теперь следующий акт. Это мы просто ее должны вести к врачу. В приюте «Лохматая душа» около 3000 собак и 280 кошек. У каждого животного своя сложная история. Кого-то просто выбросили на улицу, а над кем-то еще и издевались. Римла живет у нас уже лет 6. Вот. Она жила в детском дворе, с детьми общалась, играла, ее любили, ее подкармливали. Она никого не обижала, она очень добрая коммуникабельная собака, очень. Но однажды она пропала. А потом они увидели, что идет пьяный их сосед. И говорит, да я эту тварь лопатой зарубил и во враг скинул. Вы знаете, там, конечно, была истерика, все. И вдруг люди начали ее искать. А через сутки она выползла. Она из этого оврага сама вылезла. И ее увидела одна женщина. И позвонила нам. Столько боли ей причинили, а она по-прежнему добрая, говорит про Римлу Валентина. Но помимо взрослых собак, здесь много и щенков. Только за последние 2 недели их к забору приюта подбросили не меньше 50. Приносят часто, бросают под заборы коробки, мешки завязывают их. Иногда даже подбросили машинку стиральную, малютка, открываем, там щенки. То есть несут кто как может и выбрасывают, в крайнем случае, даже вдоль дороги. Ребята, это страшно, к ним относятся как к вещам. Малышей у нас очень много. Видите, вот сейчас место это. Ребята, мы переполнены. Приют «Лохматая душа» Валентина создала вместе с Лилией. Они познакомились 8 лет назад. Обе очень любят животных. Тандем получился отличный. Одна собачница, другая кошатница. Кошек очень плохо берут.